Мы на выставке собак, первый раз в жизни. Сегодня наши девочки будут показывать, вольты выставлять. Нет, что вам не надо, сейчас все дам. Так, тут у меня ротвейлер, черныши, сейчас эти пойдут. Так, вы у меня... Да. Если сейчас смотреть, как и сколько они бегают, потому что сколько раз значит, ну тут будем бегать. Маша. Низошерстная овчарка 15 и 16. Молодец, да. Хорошо, девочка. Пошли. Это что за порода была? G-класса. Вот эта блокошерстка, которая, да? G-класса. Скажи, у нас красивее. У нас больше, да. Мы хотели, кстати, такого немца завести, когда выбирали. Овчарку, что ли? Да. Смотри, раздает. Стоишь на ты прям на солнце вот так. Лена, объясни мне, в чем суть соревнования заключается? Короче, это как в спорте. Ты же не получаешь деньги в спорте, там как, места занимаешь. Потом, когда взять дороже, и то есть это... Больше человек. Он призы получает, вон там корма всякие стоят, так вот. Не как в спорте, я понимаю, там, чем, если места займут, то собака больше цениться будет, да, там, как для развода. А как они судят? Ну, во-первых, кто лучше пробежит, то есть вот это все, потом по экстерьеру сам, там больше всего. Вот видишь, какой вот крупный, сразу видно, что он хороший. Вот. Вот есть вот как черный такой трещ. Тебя вызовут? Да. Воль, нас еще Ульяна позовет. А Ульяна скажет, да, когда выходит? Да, тихо. Вальтюхля, пошли. Боже ж ты мой, да что с ним делать, а? Пойдем. Все, пойдем домой. Ой, хатика, да, там, желтая? Или да. Как? Какие-то имя. Вальтюх, что у меня есть? Да посмотри. Да ты его сейчас обкормишь, он вообще не команда. Вообще ничего не хочет, я ему кусок дала, он вообще ничего не делает. Сейчас поедем с папой, пойдем. Да, уже к шлюзе. Thank you.
А сейчас просто перспектив. Что сейчас просто? Перспектив, что-то такое поставили. Mm. А сейчас она говорит, это сложно решать, потому что он очень крутой. Вау, как жрать. Чего в переростках? Ну, с перспективой, это значит, следующие соревнования какие-то, у них что, по возрасту делится? Ну да, он сейчас щенок, а когда будет юниором, то есть после года, и, там уже будет это. Может, у него сейчас рост станет, и он уже год будет как стандарт, да? Ну да. Короче, у нас соревнования закончились, да? Второй тур еще? Нет. Пока у нас, Короче, мы уже прошлись, и нам заводчица дала сама заводчица. Это заводчица, да? Да, которую это еще покупали? Не это. Во-первых, это вот такой вот жидкий кур, кусочки в соусе с курицей. Мы вообще никогда в Альто не давали роуз, что такое. Вот такие вкусняшки, натуральные лакомства, это грудки куриные. Не знаю, какие-то зашушенные, похожие на рыбу. И здоровые суставы, кусочки такой, говядина и печень соус. Тоже консерва. И вот такой. И вот такая медалька. Не знаю, где она ее взяла. Вот. Сейчас еще нам выписывают диплом. Ну, как бы он у нас получился не best, потому что он крупный для 7 месяцев. Они еще не могут определить, то есть, ну, он переросток, можно сказать так. Он не подходит. Вот когда он станет юниором, вот, когда встанет рост у него, вот тогда уже можно будет смотреть и определять, то есть, это. А сейчас он тупо переросток, остановился у него рост или не остановился, типа, они не могут сейчас определить, поэтому они нам перспективу дали, что-то такое. Типа, когда юниором станем, тогда и... Через полгода, да? Через полгода. Тогда, типа, приходите, и мы оценим вас, типа, по-настоящему. Вот. А это стадион Турбина, да? Ну да. Или здесь это... Здесь мотоциклист. Мне кажется, это, типа, запасной. Ну, для тренировок.
Я думаю, тебе интересно самой на выставке-то? Да. Понравилось? Угу. В следующий раз ты будешь, да? С Вальтом тренироваться? Да. Диана все равно, да, какая-то нервничала? А? Диана волновал. Да? Ну, конечно. Она не по кругу пошла туда-сюда. Не, изначально-то? Да. А это ей сказали полукруг пробежать. Полукруг сказали пробежать? Да. А потом типа целый. Ага. Что там? Че красоты? Витька, Мищик, Ганс, Ансулот. У нас такая кличка? Да. Это Надаль? Да. Владелец Панкрата. Это заводчик.